Более 1500 человек приняли участие в городском проекте «Библиотека каждому». Сотрудники информационно-библиотечного объединения посетили многие предприятия города, рассказали зареченцам, как стать читателем электронной библиотеки и пригласили поучаствовать в конкурсе. Начиная с марта месяца мы проводили проект «Библиотека каждому». В рамках этого проекта прошел городской конкурс, причем он был первым городским конкурсом, на кубок главы города Заречного «Самое читающее предприятие, самый читающий коллектив». В рамках конкурса кто заказывал книги, кто записывался, кто сдавал, конечно, мы вели учет каждого нашего читателя. Награждение лидеров состязания работники информационно-библиотечного объединения провели в свой профессиональный праздник – Всероссийский день библиотек. Благодарственные письма получили самые активные читатели и организаторы акции. Есть уникальная возможность жить в мире книг, жить в мире литературы ежедневно, с помощью этого проекта ежесекундно. И, конечно, хочется сказать огромное спасибо вам, всем, кто связан с тем, чтобы продвигать литературу, желание читать, любовь к чтению, за ваш труд ежедневный, кропотливый, за вашу работу с организациями. По итогам конкурса в номинации «Зачитка» победителем стал коллектив Зареченского технологического института. В номинации «Возвращение книги» лидировали работники Департамента культуры и молодежной политики. Комитет по физической культуре и спорту взял кубок головы в категории «За литрес». Департамент образования отмечен в номинации «Книга с доставкой». Донором библиотеки названа телерадиокомпания «Заречный». Абсолютным победителем Кубка главы «Самое читающее предприятие, самый читающий коллектив» стали сотрудники медико-санитарной части номер 59. Наталья Елистратова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».